Здравствуйте, я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня хочу познакомить вас с отелем Aska Justin Beach Hotel, а именно с концепцией, услугами и, конечно же, сервисом. Напоминаю, чтобы вы подписывались на мой канал, оставляли лайки, комментарии и колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое выйдет уже очень скоро. Надеюсь, вам понравится обзор, приятного просмотра. Отель Aska Justin Beach расположен менее чем в 20 минутах ходьбы от города Асалар. Город Алания находится примерно в 25 минутах езды от отеля, а город Манавгат расположен в 40 минутах езды от отеля. На территории есть небольшая детская площадка. Бар работает с 10 часов до 24:00. Здесь есть безалкогольные напитки, такие как чай, кофе, вода, соки, а также алкогольные напитки местного производства. В меню указаны цены импортного алкоголя, местного алкоголя премиального класса и выбор коктейлей. Также с лобби-бара открывается красивый вид на территорию отеля и море. Вот так выглядит небольшое уютное лобби. Заселяют после 14:00. Завтрак с 7:30 до 10 часов утра. Есть разные соусы, свежие овощи, фрукты и джемы. Мясная и сырная нарезки. Хлеб и несколько видов булочек. Печенье, вафли, рахат лукум и сухофрукты. Из фруктов есть арбуз, дыня и яблоки. Тушеные овощи, лепешки и булочки. Творожные рулеты, овощи, панкейки и картофель. Специальный повар готовит яйца. Молочная овсяная каша. На террасе вам приготовят чай, кофе, а также можно взять воду или сок. А вот так выглядит терраса главного ресторана. У отеля есть два бассейна, один детский и взрослый. Шезлонги, зонтики, полотенца, матрасы бесплатно в хорошем состоянии. Также есть скрытый бассейн, но, к сожалению, когда снимали, он не работал. Температура в детском бассейне 23 градуса.
бассейне 25 градусов. Поздний завтрак с 10 утра до 11.00. Есть сырные мясные нарезки, йогурты, печенье, вафли и свежие овощи. Из фруктов бананы, яблоки, арбуз, а также свежая выпечка. Сырные рулеты, тушеные овощи, панкейки, жареные яйца, скрэмбл и вареные яйца. А теперь посмотрим пляж. Отель находится на первой береговой линии, поэтому расстояние к морю 50 метров. Длина пляжной полосы 250 метров. Тиберика – песчаный пляж. Шезлонги, пляжные полотенца, матрасы и зонтики бесплатно. В конце сентября температура воды в море 26 градусов. Очень хороший и плавный заход в море. Также есть специальный вход в море для людей с ограниченными возможностями. Пока гуляем, расскажу, какие бесплатные развлечения есть в отеле. Аэробика, анимация, вечерние шоу-программы, волейбольная площадка на пляже, дартс, дневные спортивно-развлекательные программы, дискотека, караоке, настольный теннис, тренажерный зал и живая музыка. Снэк-бар открыт с 11.00 до 16.00. Есть картошка фри, курица, пицца и макароны. Фрукты и свежие овощи. Снэк-бар работает с 10 утра до 24.00. Здесь есть безалкогольные напитки, такие как чай, вода, кофе, соки, а также алкогольные напитки местного производства. Импортный алкоголь и местный алкоголь премиального класса за дополнительную плату. Также с 11.00 до 16.00 в этом баре можно взять мороженое. Из алкоголя есть водка, джин, виски, ром, пиво. У отеля прекрасная анимационная команда, каждый день на пляже есть спортивно-развлекательная программа. Конечно, клубные танцы. Обед с 12.30 до 14.00 в главном ресторане. Из фруктов есть арбуз, дыня, бананы, яблоки, сливы. Большой выбор разных десертов. Разные лепешки и пицца. Овощи на гриле. Спагетти и соус болоньезе. Куриный шашлык и рыба. Лазанья и картофель.
Есть два супа: сырный крем-суп и овощной суп. В отеле очень приветливый персонал. Хлеб и булочки. Рис, говядина, картофель и овощи. Запеченные равиоли, фаршированные роллы с мясом, капуста. Изобилие готовых салатов и свежих овощей. Разные закуски. Как я говорила ранее, каждый день на пляже есть анимационная программа. В баре есть фрукты, десерты и мороженое. Здесь готовят лепешки гизлеме с сыром и мясом. Можно взять себе чай, кофе, соки и айран. Есть фотоателье и разные магазины. Есть два магазина с кожей, мехами и очками. Магазин, где есть практически все: сладости, мороженое, сувениры, средства личной гигиены, сигареты, сумки и одежда. А рядом с магазинами находится тренажерный зал, и можно поиграть в настольный теннис. Есть парикмахерская. В отеле есть спа-салон, где предлагаются косметологические процедуры, массаж, парная, процедуры по уходу за лицом, процедуры по уходу за телом, сауна, хамам за дополнительную плату.
Ужин в главном ресторане с 19:00 до 21:00. Начинается ужин с паэльи. Из фруктов есть дыня, арбуз, сливы, виноград, яблоки, груша, банан. Большой выбор десертов. Лепешки, пицца и овощи на гриле. Фалафель и паста. Курица и жареная рыба. Брокколи и картошка фри. Есть два супа – куриный и томатный. Готовые салаты, закуски и свежие овощи. Фасоль, тушеная капуста с мясом, фаршированные перцы и баклажаны. Картофель, мясо и рис. Еще один стол с салатами, закусками и свежими овощами. На летней террасе есть бар, где вам приготовят чай, кофе, а также можно взять себе воду или соки. Теперь посмотрим номер. Сразу заходим в ванную комнату, увидим большое зеркало, фен, именную косметику и душ. У отеля есть три корпуса – А, Б и С. А и Б находятся на первой линии, С, аннекс корпус, находится на второй линии. К нему можно прийти по подземному переходу. В шкафу есть вешалки, дополнительное одеяло и подушка. Во второй части есть полочки и сейф. Сейф стоит 2 евро в день. Есть мини-бар, который пополняется один раз.
В номере предоставляются тапочки, телевизор, зеркало, электрический чайник, набор чая, кофе и две кровати. Небольшой балкон с видом на море и территорию отеля. А-ля-карт ресторан работает с 19.00 до 21.00 по предварительной резервации. Включено одно бесплатное посещение. В а-ля-карт ресторане был куриный шашлык, суп, тортилья и салаты. С 23.30 до 12 часов ночи в главном ресторане можно поесть суп. Каждый вечер есть анимация, конкурсы или караоке. Благодарю вас за просмотр моего видео. Надеюсь, вам понравился обзор. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напоминаю, чтобы вы подписывались на мой канал, оставляли лайки, комментарии и, конечно, колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. Пока-пока.